Месяц назад в Мариинском Посаде прошли народные обсуждения по благоустройству исторического центра. Сегодня экспертная комиссия вместе с митрополитом Чубоксарским и Чувашским Саватием посмотрела территории, которые планируется изменить. Проект Мариинского Посада «Веков связующая нить» стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Он предполагает масштабную реконструкцию городской набережной со строительством причальной стенки и реставрацией объектов культурного наследия. Притягательные для туристов культовые сооружения, такие как церковь Казанской иконы Божьей Матери и собор Святой Троицы, тоже требуют реставрации. Оба храма являются достопримечательностью города. Необходимо эти два храма обязательно восстановить. Восстановить как историческую достопримечательность для исторической памяти, для исторической справедливости. Ну и помимо всего это святыня, это две великие святыни, которые как бы являются защитой Марпасадского края. Вместе с реконструкцией изменится и внешний вид прилегающих территорий. Там будет создана современная инфраструктура. В течение 2 недель уже настоятели храмов подготовят свои предложения, что необходимо учесть в проектно-сметной документации для архитекторов, чтобы были не забыты такие вопросы, как освещение, художественная подсветка храмов, подъездные пути, транспортная логистика, навигация, которая, конечно, должна приглашать на паломнический туризм, привлекать внимание туристов через храмы. В качестве образца экспертная комиссия посмотрела музей купеческого быта. Он был отреставрирован больше года назад. Реализация проекта «Веков связующая нить» начнется в будущем году. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Георгий Кривошеин, Республика.